Добрый день, уважаемая розетка и много-много-много миллионная аудитория покупателей, клиентов интернет-магазина «Розетка». Привет вам из Киева, с Оболоні. Сегодня сбылась наша мечта. Мы приобрели кофемашину DeLonghi Yecam 75.760V Eletta Cappuccino Top. Почему в розетке? Могу сказать, что много-много лет я покупаю в розетке. Во-первых, потому что цены приемлемые и замечательные цены в акциях, акционные цены. Во-вторых, сервис на высоте. И в-третьих, то, что я покупаю в розетке, оно служит много-много лет. Перед этим у нас была кофемашина, тоже DeLonghi, Венеция. Она прослужила много-много лет, без ремонта. И я подарил ее сыну, и в офисе она до сих пор работает. Итак, начинаем распаковку, за которую розетка любезно согласилась подарить нам 100 гривен. И на эти 100 гривен мы как раз купим в розетке 2 бокала для Irish Coffee. Так. Значит, вынимаем. Первая коробочка. Вынимаем. Что у нас здесь? У нас здесь чек. У нас здесь гарантийный талон. Сразу замечу. Тоже пересмотрел множество предложений других производителей. Мы остановились еще потому, что здесь 3 года сервиса. 3 года гарантийного сервиса. 36 месяцев. У других производителей... У некоторых всего лишь только 2 года, а у некоторых 1. Итак, что мы смотрим? Значит, здесь это, здесь инструкции. Паспорта. Вот такая огромная толстая инструкция. Такие инструкции. Вот, что очень приятно и важно. Мерная чашка. Значит, это модель. Использует как зерновой кофе, так и молотый. Это очень важно. То есть вы можете один сорт кофе в исполнении с кофемолкой сварить. И чтобы потом попробовать другой сорт, вы можете молотым насыпать его и сварить молотый. Так, значит, смотрим, что здесь еще. Здесь есть фильтр для воды, что очень важно. Не во всех комплектах есть этот фильтр. Здесь есть щеточка для очистки от остатков кофе внутри. И здесь есть замечательная жидкость для очистки кофемашины для декальцинирования. Так, отлично. Смотрим дальше. Ну, придется нам опустить это вниз. Что еще хочу заметить, что предложений, допустим, в Украине по таких кофемашинам много. Но, в общем-то, если учитывать варианты с ценой в акции и то, что очень-очень важно, то, что розетка дает оптимальные условия для кредита. Например, я приобрел и приобретаю все в розетке. По формату оплата частинами Приватбанка. И вот за вот эту красавицу я буду выплачивать 20 месяцев. Никто не дает таких условий с нулевым кредитом. 20 месяцев по 995 гривен. Конечно, это может быть
не так уж дешево. Но я пенсионер, и я решился на этот шаг, и я уверен, что я все выплачу, все будет хорошо. То есть даже пенсионеры могут себе позволить кредит. Замечательно упаковано. Ничего ей не грозит. Никакие удары. Теперь смотрим, что здесь у нас еще. Вот у нас насадка для заварки чая. Отсюда течет в чашку и заваривается. Так, складываем сюда. Сетевой кабель. Тоже я должен сказать, что насколько я прочел много отзывов, прежде чем решиться на покупку, на розетке. Тоже очень важно, что на розетке очень много отзывов по сравнению с другими интернет-магазинами. И там писали люди, что какие-то там были случаи. Ну, сейчас будем смотреть. Я думаю, что все будет замечательно, что будет полная комплектация всего. Это молочник. То есть, поскольку у нас полный автомат, кофемашина, то это вот механизм и сосуд для молочных напитков кофе. Так, смотрим дальше. Я думаю, опять нужно будет опустить вниз. Продолжаем нашу распаковочку. Вот такая вот наша красота. Замечательно, все запаковано. Идеально все запаковано. В этой модели резервуар для воды на 2 литра. Очень удобно. Ну вот здесь, как вы понимаете, будет молочник в дальнейшем. И опять же, для заваривания чая будет вот такое вот приспособление. Очень удобное меню. Много режимов. Вот, пожалуйста. Здесь у нас подогрев чашек работает, есть в наличии. Здесь у нас контейнер для молотого кофе. Вот, пожалуйста. И здесь у нас контейнер для кофемолки. Кофемолка на 13 режимов. Также в этой кофемашине, я изучал, есть еще такая такое функция, как предварительное смачивание. То есть ваш кофе эспрессо будет регулироваться вот этим предварительным смачиванием. Это если посмотреть видео, вот как бариста это все рассказывает на видео, что он будет вкуснее, один и тот же вид кофе может быть вкуснее, если вы включите режим предварительного смачивания. Ну, в общем-то, все, что сказать. Замечательная, конечно, вещь. Я уже знаю по отзывам, что негативных отзывов о ней не было вообще. Что в основном все звезды
Сколько там было отзывов, все звезды, все 5 звезд стоят по поводу этой машины. Поэтому огромное спасибо Розетке. Огромное спасибо Розетке и Приватбанку за кредит, оплата частинами, беспроцентный. Будем радоваться, наслаждаться напитками, наслаждаться работой, бесшумная, кстати, по отзывам совершенно, сегодня будем проверять. Будем наслаждаться и, в общем-то, я всем советую, как бы ни была жизнь дорога, но надо себя радовать, понимаете, не на улице там пить где-то из картонных стаканчиков кофе, а пить дома из красивых бокалов и чашек. Спасибо большое. Розетка, хай живе!